Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная царская покупка – это роскошный тюль под названием «Роскошный дом». Сегодня мы предлагаем вам особенный тюль – тюль от кутюр. Он буквально преображает комнату, делает ее светлой и нарядной. А в радостной обстановке жизнь становится лучше. Но мы все прекрасно это понимаем. Успейте дозвониться прямо сейчас, пока все цвета в наличии. Подробнее о тюле нам расскажет наш эксперт и проводник в мир качественного и красивого текстиля Юлия Колосова. Рассказывай. Оленька, с удовольствием расскажу. Особенная, правда, коллекция. Коллекция авторская. Представлена крупным брендом, который вырос из семейного производства. Теперь он с 40-летней уже историей создания креативных дизайнов. И наша коллекция выполнена с настроением эпохи Екатерины Великой. Она собирала камеи. Была огромная коллекция камей. Поэтому это действительно царский шик. В вашем доме проработаны все элементы. Это особенное решение. Выполнена прекрасная аппликация. Пришита по каждому элементу на сетке вуали. Она будет рассеивать свет. Это украшение можно использовать как самостоятельный наряд для окна, что повышает его ценность декоративную, да, и практичность. Конечно же, мы говорим о премиум исполнении, поэтому все детали пришиты. Каждая отдельно и очень хорошо проработана. Шторная лента тоже есть. А это говорит о том, что вам легко будет повесить этот тюль, это украшение для окна на любой абсолютно карниз. И вам не придется мучиться и заказывать у мастеров и приплачивать деньги. Здорово. Смотри, еще шесть цветов на выбор. Уверена, что каждый наш сегодня телезритель найдет свой неповторимый оттенок. Давайте знакомиться скорее. Итак, внимание на экран. Мы предлагаем вам пудровый. Пудровый для расширения пространства. Мама мне всегда говорит, светлые оттенки, они действительно работают на расширение. Бордовый цвет, какой-то умный, сочный. Красивый, сочный. Коричневый цвет. И, кстати, смотрите, у нас есть коричневый, просто вот, да, вот с венделями, а есть с цветами, с розами. Коричневый с розами. Так, еще есть бежевый оттенок, светлый оттенок. Опять же таки напомню, это свежесть в нашем интерьере, не только красота и царственность. Бирюзовый оттенок, но это сейчас очень популярно. Цвет Тиффани, это то, что, знаете, вот для тех, кто хочет идти в ногу со временем и быть в тренде, как говорится, даже когда мы говорим об интерьере. Цена только сегодня 1999 рублей. Самое выгодное предложение только одного дня. 66% экономии. Кстати, за предыдущий день, 26 июля, да, было продано за два эфира более 1000 таких тюлей. Вот это результат. Это колоссальный результат. Поэтому сегодня это самая выгодная покупка, то есть снижение цены произошло. Смотри, Юлечка, вот мы когда делали дизайн наших окошек, мы выбирали на пошив и шторы, и тюль. Ну, хочу тебе сказать, выбора там особо такого глобального не было. Однотонный, простой, банальный. Взяли 2400 за погонный метр. А вот чтобы с вышивками там тоже было, но чтобы вот так вот прям царственно и красиво. Нет, поэтому мы решили вот без всяких венделей. Хотя вот я сейчас смотрю, и думаю, поторопились мы с тюлем. А мне кажется, к твоему интерьеру подошел бы как раз вот этот авторский текстиль. Присмотрись, Оленька, выбери свой цвет. Я тебе помогу, конечно, обязательно это сделать. Выбирайте ваш неповторимый интерьер. Он продиктован и эпохой Великой Екатерины. Екатерина II – это екатерининская барокко, одна из самых красивых эпох, когда дворцы были наполнены красотой. Она собирала камеи и начала собирать свою коллекцию в Эрмитаже, и только особые люди по особой милости могли видеть эту коллекцию. И всего за время царствования только 6 человек посмотрели роскошные камеи. И вот сегодня вот именно креативные художники бренда Ирен, которая создавала для вас замечательную, вот эту просто неповторимую царскую коллекцию, вот одухотворялись как раз вот этой красотой той эпохи. Это царский шик. Слушай, это вам невероятно. Приятно будет гостей встречать в такой обстановке. Мурашки по коже, когда видишь такую красоту. Я уже представляю ваши интерьеры. Все заиграет новыми красками. Даже если старую мебель оставить в квартире, но поменять акцент на окошке и выбрать вот такие роскошные шторы, я уверена, что весь дом будет выглядеть как настоящее королевство. И даже старая мебель превратится в королевскую. Олечка, а давай посмотрим. У нас есть коричневый цвет, и он отличается. Обратите внимание, и ты тоже выбирай для себя, какой тебе нравится вензель. Просто вот такой симпатичной сеточкой, видите, такой вытянутый ромбом. Или камея с розой. Два варианта, пожалуйста, обратите внимание. Да, это коричневый оттенок, либо с розой, да, вот как у Юлечки в руках, либо просто коричневый. Выбирайте, дорогие телезрители, 6 цветов на выбор. Вы получаете за 1999 рублей огромный, внушительный размер тюля.
деле, если вы живете в загородном доме, он тоже вам подойдет. 280! Это по высоте, представляете? На 3 метра это по ширине. Огромный тюль. Хотите на большое окошко, возьмите сразу 2 тюля. А лучше берите и портьеры, и тюль, и получится бесплатная доставка в любой регион России. Слушай, вот скажи, пожалуйста, а как у нас крепятся наши шторы, да, вот скажи, пожалуйста. И еще самое главное, давай потом перейдем на как они крепятся. Самое важное, не оторвется ли аппликация, а вот это очень важный момент. А это будет нормальный вопрос от практичной хозяйки, потому что когда на таком функциональном изделии, как тюль, у нас аппликация, то мы должны обязательно с вами посмотреть. Качество у бренда Ирен идеальное, и аппликация пришита. Посмотрите, просто отделка идет. Каждый элемент, даже тончайшая тесьма, она пришита каждой нитью, и все проработано. Соответственно, ничего не оторвется во время стирок. Сама сетка имеет высокую плотность. Это сетка органза. Она, кстати, не желтеет после стирок. Прочная, крепкая и добротная. Такой тюль может служить самостоятельным нарядом для окна. Можете добавлять его к портьерам, и вы получите украшение, которое не требует совершенно сложного ухода, но при этом украшает дом по-настоящему. Здорово, то есть это практично, эта красота никогда не покинет наши окошки. Слушайте, я бы хотела напомнить, что вы можете оставить всегда отзывы в соцсетях. Вот, например, отзыв от Евгении Александровны из Кирова. Тюль очень красивый, великолепно смотрится. Я просто в восторге от коричневого. Даже не буду закрывать шторами. Кстати, Юль, вот я тоже считаю так. Ага. Если маленькое помещение или темное помещение, не обязательно вообще портьеры использовать в интерьере. Можно самодостаточно повесить тюль. Он настолько роскошный, что он будет эффектно смотреться даже без портьер. Скажи, пожалуйста, у кого маленькие по высоте, да, вот потолки низкие, скажи, подойдет ли по длине? Оленька, 2,80 высокие. Но чтобы не отрезать красоту, которая идет по низу, посмотрите, какое оформление изысканное. Мы с вами просто опускаем шторную ленту, потому что сетка идет без рисунка до первого вензеля 50 сантиметров, и вы можете на любую длину укоротить, и вы не откажетесь от покупки и не откажетесь от красоты в вашем доме. Дарите ее себе. 1999 рублей за ваш новый, роскошный королевский дом. Только представьте, гости придут и ахнут от восторга. Пусть так будет всегда. Вы настоящая королева.